Всем привет на канале Олл Датчман. Сегодня мы с вами продолжаем разговаривать о миграционной политике Германии. И еще один пример из жизни нелегальных мигрантов, различными путями проникающих на территорию Германии. Сегодня я вам расскажу об одном сирийце, приехавшем в Германию в 2014 году. До этого некоторое время, скажем так, занимавшимся контрабандой на территории Австрии. В декабре 2015 года он был приговорен австрийскими судебными исполнителями в городе Корнойбург к 2,5 годам за контрабанду, то есть контрабандные операции по перевозке людей, которыми он занимался с апреля месяца 2014 года по август месяц того же года. Но в 2015 году ему удалось переметнуться в Германию. Отсидел ли он этот срок или не отсидел, но прибыв в Германию в декабре 2015 года, он тут же подал документы на получение статуса беженца. И альтернатива приписал, что если ему не дадут статус беженца, так как он не преследуется ни по политическим мотивам, и из-за вялотекущей гражданской войны и лично его жизни не угрожает никакая физическая расправа, он просит немецкие компетентные органы признать его как терпимого, то есть дать ему статус дополнительной защиты. Подал документы, и административный суд города Мюнстера признал его документы чистыми, легальными, и принял постановление, в котором требовал от Федерального агентства по миграции и беженцам выдать этому сирийцу статус беженца. Однако, до этого времени, вот как мы снимаем видео и как готовился материал к этому видео, до этого момента у него не было никакого статуса, потому что он был в подвешенном состоянии. Австрийцы поделились с немецкими компетентными органами базой данных по этому сирийцу, и оказалось, что, увы, Федеральное агентство по миграции и беженцам отказало ему в выдаче статуса беженца, так как он на территории Австрии несколько месяцев подряд занимался контрабандными перевозками нелегальных мигрантов на территорию Евросоюза. То есть человек, получается, хотел сколотить себе состояние, снимая деньги со своих же земляков, а потом, если вдруг он получит статус беженца, развернуться уже на широкую ногу и поставить вот это вот перевозки контрабандных людей на поток. Ну, как говорится, матрица где-то там дала сбой. И поэтому совсем недавно, 2 недели назад, постановлением Верховного суда земли Северной Рейн-Вестфалия в городе Мюнстере, этому сирийцу, скажем так, его зовут Мухаммад, ему было отказано в выдаче статуса беженца, ему было отказано в признании статуса терпимого, так как он родился, уроженец провинции Хасака в Сирии, и в этой провинции не существует никаких боевых действий, не происходит никаких действий гражданской войны, и тем более, что этому человеку не угрожают никакие политические преследования со стороны сирийского правительства. То есть, даже те попытки подать апелляцию, Верховный суд земли Северной Рейн-Вестфалии пресек на месте. То есть, решением этого суда подача апелляции будет недействительной. Что требуется в таком случае от этого сирийца? Просто молча дождаться с того момента, когда его выдворят из Германии. Потому что если он приехал сюда как беженец, мог бы вести себя действительно как беженец, получив статус через некоторое время и, может быть, со временем найдя себе работу, найдя себе жилье, как это делают другие, мог бы, скажем так, интегрироваться в жизнь той же самой Австрии, где он вначале был, или Германии. Но человек, скорее всего, с жилкой предпринимателя, не успев приехать в Евросоюз,
решил тут же всех своих знакомых, естественно, за деньги, перетянуть тоже сюда. Полиция Австрии за ним следила, и после того, когда он был пойман на нескольких операциях по перевозке, по контрабанде живого материала, то есть людей из Сирии и Афганистана в Евросоюз, его приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. Бежал в 2015 году в декабре, прибыв в Германию, попросил статус беженца, укрыв от местных немецких властей то, что он был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения за контрабанду людей. Несколько лет тянулись вот эти вот дела по таким людям, которые вот представляют такой вот, скажем так, клан, как вот этот вот сириец. По таким людям дела длятся действительно очень долго. И для того, чтобы узнать правду, действительно ли этот человек тот, за кого он себя выдает или нет, тянется это, как он решает, тянется вот эта вот разведка боем очень долго и нудно. В конечном итоге многие из вот этих вот сирийцев получают примерно, скажем, вот такие вот бумаги из суда, на которых написано: в признании статуса беженца отказано. Что следует из таких бумаг? То есть человек обязан готовиться к, ну, не к депортации, а к отъезду. Естественно, если он уезжает сам, это приветствуется немецкими властями. Вот буквально недавно немецкие власти одного радикального исламиста из Сирии, кстати, отправили за счет налогоплательщиков обратно в Сирию. Его конвоировали несколькими машинами полиции в аэропорт, посадили на самолет и отправили. Хотя этот человек, он не сириец, нет, если я сказал сириец, пардон, извините, он марокканец. Этот человек из Марокко, и марокканские власти отказали в выдаче паспорта этому человеку, 36-летнему. Это не тот, о котором я говорил в одном из последних выпусков, 42-летний марокканец по имени Тарик. Нет, этому марокканцу было 36 лет, и его отправили в Сирию, так как Башар Асад сказал: ну, пожалуйста, давайте, мы его примем, нам рабочие руки нужны. Марокканцы сказали: нет, такой рецидивист-уголовник нам не нужен. Опять же, за счет налогоплательщиков отправили рецидивиста, радикального исламиста, за пределы страны. Точно так же вот этот сириец, радикальный он исламист или нет, но это человек, который, скажем так, попрал законы и порядки тех стран, в которые он прибыл, и ему здесь, по мнению компетентных немецких органов и австрийских органов, делать нечего. То есть он обязан в лучшем случае собрать свои вещи и уехать сам. Если же нет, то рано или поздно его отсюда отправят силком. Что и происходит иногда с некоторыми вот такими вот рецидивистами, уголовниками, которые запугивают людей, которые просят, с одной стороны, дайте нам статус беженца, мы хотим жить нормально, а с другой стороны, по вечерам выходят на улицу и начинают пугать людей, дебоширят, устраивают поножовщину в этих лагерях, как в анкер-центрах, друг друга избивают, нападают друг на друга с ножом, там постоянно курсирует полиция, там патрулирует полиция, и скорая помощь знает, а если нас вызывают по этому адресу, значит, или вот эти тунисцы, марокканцы или сирийцы друг друга избили или, не дай бог, порезали. Сразу прилетает машина интенсивной скорой помощи, и уже на месте решается вместе с полицейскими вопрос о этих людях. Или оказывать им помощь здесь на месте, или вести их в камеру предварительного заключения и уже оказывать им помощь там, за решеткой. Потому что даже при получении ножевых ранений многие вот эти вот неадекваты, называющие себя беженцами, ведут себя действительно очень и очень агрессивно. На некоторых из них даже не действует слезоточивый газ. Вот такая вот история. Ну, тот сириец,
ему отказано. Сейчас это говорится открыто во многих новостных порталах, во многих новостях по телевизору. То есть кому-то из политиков стало выгодно говорить правду людям для того, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. Но получится ли после вот этого, вот, что они натворили в стране, привлечь избирателей к себе? Вряд ли. Вряд ли. Скорее всего, избиратели будут отдавать свои голоса за тех, кто действительно достоин прийти к власти и устроить, ну не демократию, но на некоторое время диктатуру, как была диктатура пролетариата, устроить диктатуру и навести в стране порядок. Вот это все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте, кстати, подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк. И да, пожалуйста, пожалуйста, мои администраторы обижаются на то, что в спам уходит очень-очень много комментариев. Старайтесь писать более вежливо и культурно, держать себя в рамках приличия и не оскорблять ни своих оппонентов, ни тех, кто создавал для вас вот эти видеовыпуски, чтобы донести до вас ту информацию, которую ваши средства массовой информации просто-напросто умалчивают. Для желающих поддержать наш канал существуют QR-коды в конце видео, а также под каждым видео в описании ссылочки на донаты, порталы. Желаете поддержать нас финансово? Пожалуйста. И самое последнее. Я вот каждый раз хочу сказать и постоянно забываю об этом. Некоторые комментаторы хотят обратить на себя внимание и пишут все свои реплики, комментарии с заглавной буквы. Какой-то комментарий мы видим, какой-то мы удаляем, что-то мы игнорируем, на что-то мы отвечаем. Но если вы так сильно хотите, чтобы вам именно на ваш комментарий был дан ответ или более того, был сделан видеовыпуск конкретно по вашему комментарию с разложением фактов по всем полочкам, становитесь платным абонентом канала, не просто подписчиком, а платным абонентом канала, и тогда ваш комментарий будет увиден абсолютно всеми администраторами и редакторами канала, и на этот комментарий будет действительно сделан отдельный экстра выпуск с разложением всех фактов по полочкам и ответом на все ваши вопросы, которые вы задаете по теме миграционной политики, внутренней и внешней политики Германии и социальной жизни в Европе. А до тех пор, пока вы не платные абоненты, хоть заглавными буквами будете писать, хоть обзывать автора канала или ведущего, или администраторов, никакого толку это не даст. Вот и все, что я хотел на сегодня сказать. Всем удачи, пока.